сами. Юность быстро крылая летит, мы ее для Господа отдали. Жизнью нашей Он руководит. Пусть тянутся годы вереницей, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границей небесный дом. Я перед тобою предстаю.
ищи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь, вновь и вновь. Я ищу свет воскресенья, открыл мне в отчизну дверь. Сегодня истрин от спасения, о, друг мой несчастный, поверь. Иди же скорей ко Христу. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, исполнят подмосковные вечера. Воистину воскрес!
Хорошо иметь сноровку, ловкость, прыть и быстроту, перескакивать веревку, прыгать в дальнюю ширину, поднимать руками гири, бегать, плавать и нырять, чистоту держать в квартире, нравы дикие смеять. Хороши занятия спортом и спортом. И спортсменов в дорожный круг не сломит. И болезнь любого сорта не сразит здоровый дух. Но физических занятий недостаточно лицам. Помните, спортсмены, братья, нужен мир Христов в сердцам. От святого благочестия более... От святого благочестия польза есть в житии святом. Вы ищите высшей чести быть в союзе со Христом. Аллилуйя. Страдания о Христе, о Его страданиях страшно. Как Он умер на Христе. Умер Он, как было нужно, чтобы жизнь нам подарить. И сказал врагами слово, продолжая их любить. Но прошло 3 дня, и вскоре Он из гроба сам восстал. Спасение на веки всем живущим даровал. Может, эта весть сегодня вам покажется смешной? Кто-то скажет, это сказка. Кто-то скажет, звук пустой. Ну а если кто поверит, например, как верю я, то Иисус им обещает место в небе навсегда. Христос воскрес, и в этих 2 словах такая мощь, победа и свобода. Но это может только тот понять, кто сердцем растворился в славе Бога. Христос воскрес! Воскрес, 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 ликует сердце, представляя ясно, как это было, как зажегся свет его ученика, и тьма погасла, как преклонился перед ним Фома, не веря раньше в чудо воскресения, как в трепете Мария ожила, как Петр и Иоанн пришли в волнение. Господь воскрес, отвален гроба камень, огромный груз вины упал с моей души, и грех прощен. Господь сказал, я с вами до века окончания, во все дни. Я восхищаюсь подвигом любви, и небо торжества в моем спасенном сердце. Оставил на земле Господь следы, шепчет за ним мы с радостной песней. Сегодня, через много сотен лет, склоняюсь я к его ногам смиренно, пред взором мысли на Голгофский крест и величайший из всех побед победа. Жил-был царь. Всем он был хорош, и добр, и справедлив, и вера у него в Бога крепкая была. Да вот только стар годами стал, пришла пора ему думать, кому после себя царство оставить, кому корону передать. А было у него 3 сына, Гаврила, Данила, да, Иван Царевич. Вот стал он их испытывать. Послал на войну, а они все победителями вернулись. Тогда загадал он им загадку. Скажите, сыновья мои милые, что это? Стоит мост на 7 верст, на ним верка цветет, а их цвет покрыл собой весь свет. Вот ведь удачи какие, все верно писали. Великий пост и Пасха. Ну идите, идите. Что же мне делать, от достойного выбрать? Вот пришла к нему раз старица Игуменья. Знаю, царь государь, о чем печалишься. Послушай совета моего. Повели ты своим сыновьям самим выбрать себе невесту, да и обречай. А потом и узнаешь, у кого какая жена. А там Господь и мудрит тебя, как кто тебе сделать выбор.
Благодарю тебя, матушка игуменья. Хороший совет ты мне дала. Так и сделаю. Сказано, сделано. Вот приводят царевичи во дворец своих молодых жен. Старший Гаврила выбрал себе боярскую дочь, и богатая, и знатная, и хороша собой. Средний Данила выбрал дочку купеческую. Приданное у нее такое, что день и ночь считай, не пересчитаешь. А как пойдет, словно лебедь белая проплывет. Только у Ивана Царевича невеста не знатная, не богатая. Хоть мила собой, да уж больно скромна, но царевну ну совсем не похожа. Ну, девитушки мои любезные, живите мирно, о сыновьях моих заботьтесь. А подарок вам от меня палачка драгоценными украшениями, да каменьями самоцветными. Как невестки распорядятся его подарками. Ах, какая красота! Сколько алмазов, изумрудов! Велико расшить себе 100 платьев и всех их драгоценными украшениями украшу. Никто так красиво не одевается, значит, мне царицей быть. Чем драгоценные наряды рядиться, лучше с бедными да убогими поделиться. Вот еще, если с бедными другими делиться, какая же я буду царица? Сколько здесь драгоценностей! Для нас полицейно хочет царицы сделать. Припрячь-ка все это до поры до времени. Чем сокровища в сундук собирать, лучше больным да несчастным раздать. Да как же мы с мужем будем на царском троне восседать, если все свое богатство больным да несчастным раздать? Зачем мне столько добра? Всю жизнь носить не переносить, только на полках да сундуках пыль. Здравствуй, матушка Игуменья, как хорошо, что ты пришла. Вот тебе ларчик, это на монастырь, а драгоценными каменьями икону Божию Матери украсть. Доброе сердце знает, как поступить, чтобы Господу Богу и Его Пречистой Матери угодить. Узнал обо всем этом царь, порадовался за свою младшую невестку и велел снова всем во дворец собираться, потому как задумал новое испытание для молодых царевен. Нашел он на дороге нищего. И говорит царь, вот нищий, он придет нигде не задерживается. Примите его, дорогие мои невестушки, скажите честь. Хорошо, царь-батюшка. И вот что из этого получилось. Господи, господи, добрый человек, скажи, не мы будем уже судьба царем быть? Не выпытывай, не расспрашивай, а милость окажи, накорми и спать уложи. Вот еще, если он не прозорливый, не святой, то зачем мне он нужен такой? Ходи, старик святой, да скажи, не моему мужу судьба царем быть выпали? Прими убогого, не требуй многого, милосердия окажи, Богу послужи. Но если он ничего не знает, пусть в конюшню ступает. Ходи, ходи, добрый человек, устал с дороги, вот пися, пусть отдохнут ноги твои, вот хлеб, вот борщ.
Москву крикнешь, а потом приляжешь и отдохнешь. Добрая душа любому гостю рада. Будет ей от Господа достойная награда. Узнал обо всем этом царь-батюшка и опять порадовался за свою младшую невестку. А через некоторое время велит всем во дворец снова собраться. Ну, небесушки мои любезные, хочу узнать, какие вы мастерицы? Испеките ли завтрашнему дню что-нибудь эдакое? Хорошо, царь-батюшка. А говорил он им это слово с хитростью, ведь была в тот день суббота страстная. Вот, на следующий день ни свет, ни заря спешат к нему старшие невестки. Уж больно им царица не хочется стать. Вот, царь-батюшка, пирог тебе яблочный, пышный да пахучий. А вот тебе, царь-батюшка, пирог весь сахарными узорами да медальон украшенный. Что же моей младшей невестки нет? Почему и торопится? Чего спала так долго? Старшие невестки у того мне гостиницу принесли. Не гневайся на меня, мой царь. Я всю ночь в храме была. Богу за всех нас молилась. И тебе я принесла кулич пасхальный. Христос воскресе, царь-батюшка! Воистину воскресе! Возрадовался царь радостью великой и сделал царем мужа своей младшей невестки. И с тех пор державой стал управлять Иван царевич, а царицей стала его скромная, добрая жена. Старшие же невестки, видя кроткий свет ее добродетели, справились и во всем старались подражать своей милосердной царице. Аллилуйя. Тут и сказки конец, начинается реалия. Oh,
мы. Эй, старик, проснись скорее! Волги, что ли, у двери? Ты чего шумишь, старуха? Да смотри, что я нашла! Наша курочка без трупа под кустом яйцо снесла. А тебе что за беда? Ведь яйцо-то хоть куда! Да гляди-ка, ведь яйцо-то непростое, а гляди-ка, золотое! Золотое? В самом деле, мы с тобой разбогатели! О, горит, слепит глаза! Чудеса! Чудеса! Ты в суду запри его! Нету дома никого! Ты поди запри на суд, не спусти его, надо в суд. Еду в город я поеду, там базар бывает среду, богатеев много там, и меечкой продам. Вот обновок накуплю, разных юбок, 40 штук. Шаль в цветочках голубую, до краев нам не сниду. Что ты веришь, не бриться? Ишь, сыскалы смородится. Хватит. Серьезно? Нет, давай так. Зама, что ты имеешь в виду? Тут ты имеешь не пылиться, ишь, сыскалы смородится. Держаться в разных хлам. Нет уж, если мы богаты, я построю вместо хаты трехэтажные палаты и беседки по углам. Наказание за глупого мужа. Что ты, старый, не блажи. Мы живем в других не хуже. Ни к чему нам этажи. Я хозяин или нет? Тише. И разбилась. Успокойся, хватит, баба, несет яиц нам ряба. Рассказал яйца эти и вручил на Пасху детям. Yeah.
будет 11 мая. По кругу идет. Поэтому я просил бы вас это все не нарушать, вот это, сохранить. Потому что буду гостей, я пригласил батюшек. И, пасхальная? Да, пасхальная. Пасхальная еще будет. Пасхальная. Да, можно что-то добавить, деревенское там это, что-то добавить еще. Вот так. Ну и все. Я сестер благодарю сердечно вам немножко, Ирина Анатольевна. Спасибо. Вам. Где? Ирина. Ирина, где? Ирина. Плетишки за подарками для Нили Анатольевны. Так, Лазарь. Вот это вот маме передай. Вот так. Не открывать ничего. Не трогать. Маме. Елилка. Все ребятишки за подарками, подходите. Так, 4 часа вечерняя. Получить алмазов драгоценных. Сиди, сядь, я сфотографирую. Ну, а за это я там нищего. Все яйца, которые есть в моей курятнике. Поймемте. Это как драгоценные дни на голове. Стекающий на бороду. На бороду родову. Псалом 132 царя Давида. Да, ни одно слово не переставляю. Аллилуйя. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки. Аминь. Пойдем сейчас. All right, thank you very much. Glory is Christ, glory forever.